przyjrzeć się, to nawet sam wolał, jak to jest i ksiądz to was czeka, nie wiem, poza pasą, tak jak z nią tutaj pójdę, no, wiesz, pomnę jego. Ага, ты посмотри, что у нас здесь появилось. Это, кстати, интересно. Это решение. Попытка решения. Попытка решения. Бывает. Это да, да, должен понимать, обязательно. Это реально очень-очень классно. Вот она, пластичность. Да. И еще один пластичность. Сын начинает брать бровь, начинает да, и иногда, если обратить внимание, то можно увидеть, что сейчас все опять вернулось на места, на изначальную позицию. Сейчас, по-другому, и они другие на канале, это очень плохо, потому что, опять же, у них нет выхода от супергероев, у них нет там антимага гирокоптеров, каких-то диверов, антурмансеров, ничего этого нет. Да, здесь уже гирокоптер носится. Может, там скоро 300 дэн будет в центре. И что с ним делать, непонятно. ВКБ убить не представляется возможно. И там делает. Да, надо пережидать. Если мы еще секунды, это еще не четвертый, так что лекция классный тракет, запас абсолютно еще есть, я читал, что как не читает, сколько славный гирокоптер, потому что это новый создание. Да, там еще вот когда появится создание, все это прекрасно понимаю, когда появится бутерфляй, то есть люди вообще не реально, не что-то контролировать, там хиксы и прочие фигня. Если, конечно, будут, можно было 15-5 убивать, но сейчас мы совершенно безнаказанно, сильно забирает выше наверху. Нави, конечно, ничего не мог его поставить. Ну, это факт, если вы не очень интересно, не катится, не опасность, и так далее, когда продолжает продаваться на хп, больше, я бы это не просто делал. Но опять же, мы уже говорили, что это не решает проблемы гирокоптера. Да. Вообще никак. Ну, по крайней мере, для хвоста он еще один номер. Хвоста с тобой по НДС, конечно же, товарищ Пума. Да, да, да. У них тут очень сильно заставляет сейчас нервничать. Скриптал бабу бей, а? 50-й воды зафармил, прошу заметить. Боже. Ну что же, Батавр остался на их, Батавр остался на их, на дома, не спал. Будет кататься сейчас команда Сима Забит и Гладала по миру. И это действительно сумма пытается выиграть. Там работает такая игра не бесполь, но если человек с Навальным, он чувствуется, он уже стакует. И, следующая состояние может быть игра. Да, почты сам. Ну что, он не стакует. Да, и они прекрасно понимают, что со временем-то Геркутер забит будет. Да. Я только заберется еще с вопросом, а что делать с ним дальше, это уже очень интересный вопрос. И действительно, пересобирание ВКБ это много шутка. Если вдруг дойдет в тот момент, когда я только пойдет, что ему хватает уязвимости в компании, он не смог потом пересобрать с каким-то фаном, который он будет через 10-15 минут. Да, что же, люди, мы будем делать, и мы тоже собираемся. Когда он соберет, ну, да, ладно, уже в то раз решать проблему, как я сказал. Пацанов, может ли брать на аккорд? Может быть. А может быть и нет. Сейчас посмотрим, что не поможет. Так вот нас кинсели, пошли вас утащили. Что со сжатым
своим максимальным. Но в любом случае, это классно, что сыграет Симон, но если так палец, он убивает. Что такое? Смотри, палец. Палец там два листа. Не знаю, сможет. Так что надо всегда подготовить.
курьера. Толку буквально.